В селении Цада Хунзахского района прошел ежегодный турнир по волейболу памяти известного спортсмена, трагически погибшего сотрудника правоохранительных органов Гаджи Курамагомедова. Подробности в сюжете Дана Шугом. Среди гостей из Махачкалы президент Федерации волейбола Дагестана Абдулмуслим Аджиев, который выступил с приветственной речью на торжественном открытии соревнований. От имени почетного президента Федерации волейбола Рамазана Гаджибратовича Аблатипова, председателя наблюдательного совета Раджаба Гаджибратовича Аблатипова, от себя лично передать вам горячий привет и пожелать успехов на этих соревнованиях. Такие турниры дают толчок развитию волейбола в республике, уверены специалисты. В горных районах они собирают сотни любителей этой игры. А для местных жителей подобные мероприятия – большой спортивный праздник. Тут есть участники, которые принимали и в первом турнире, и много молодежи, то, что радует. Это, наверное, у нас после вольной борьбы национальный вид спорта – волейбол. Поэтому, конечно, радует, что молодежь приобщается к спорту. От Федерации волейбола республики за вклад в развитие спорта отмечены заслуженные волейболисты и организаторы турнира. Мы от волейбольной команды «Дагестан» получаем 6 мячей и «Бауланда». Мы здесь занимаемся. А украсили спортивный праздник юные артисты с местного дома культуры. По итогам турнира победу праздновала команда Хунзахского района. Второе и третье место, соответственно, заняли дружины из районов Гунирского и Шамильского. Церемонии награждения финалистов, спортивное состязание приняли участие организаторы турнира. Помимо вышеназванных, в соревнованиях участвовали команды Ботлихского и Унсунгульского районов. Дан Шугом, Магомед Ахмедов, Рамазан Амаров. Время новостей. Хунзахский район.